хотя ты знаешь, вот если я смотрю, ну, чисто тактически, я бы поступил чуть-чуть по-другому. Нет, сейчас бы я поигрался, блядь, пока на Востоке там все не кончилось, блядь. А потом я бы не стал бы средний здесь, я бы начал ебашить, блядь, по западной, блядь, чтоб тебе запищали и побежали, блядь. Весь шум и гам поднимется, когда западные пиздец начнут, блядь. Не надо туда идти, ее надо пиздить, блядь. И вот тогда будет визгу, блядь, переполох, блядь. Они же все ломанутся кто куда, блядь. А даже уже там, блядь, за границей это пиздец. Там же, ну, еще пару миллионов, они же сдохнут, нахуй. Ну да. Здесь они держат все в кольце, блядь, здесь сюда не ломаешься, блядь. Заебали они. А там, что пошел, появился страх, мандраж, блядь, потому что они там спокойные сидят, блядь, и пиздят, блядь. А если там начнется такое вот, вот как здесь, то сразу все закончится, блядь. Они попросят, блядь. Сразу, блядь, проголосуем, блядь, и попросят вернуться, блядь, домой. Это решится за 2 дня, Да. И тогда никто возмущаться не будет, чтобы, блядь, Восток орвали. Их надо вынудить, чтобы они побежали. Иди туда, это нахуя-то. Ну как да. Здесь лупить, надо, блядь, все начали, ну, такие вот все скопления, все места. И гражданские, ну что поможет.